Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Мы сегодня говорим с вами о таком экзотическом фрукте, как манго. Появилось оно у нас не очень давно на прилавках магазинов, таких магазинах, супермаркетах, как Лента, Метро. И мы стали встречаться с многими экзотическими фруктами и вот с таким фруктом, как манго. Фрукт этот удивительный. Родиной манго считается Индия, и в Индии манго называют королем всех фруктов. То есть по питательным своим свойствам, по витаминам, по кислотам, по минералам оно очень обильный и прекрасный фрукт. Но нас сегодня интересует не фрукт, мы сегодня говорим о косточке манго. Вот такая косточка, посмотрите, удивительная косточка. Она уже чуть-чуть подсохшая, ребристая. Когда после свежего фрукта только, то волосочки маленькие на ней, оранжевые. А сейчас она подсохла. А внутри косточки, если ее расщепить, эту косточку, можно увидеть вот такое ядро. Оно по форме такое похоже немножечко на фасолинку ядро. Вот сама длина вот этой косточки ребристой где-то до 10 сантиметров. Фрукт сам 10 сантиметров, но она может быть 8. Посмотрите, и передает форму самого манго. Это косточка, а это его ядро. Тоже посмотрите, какое ядро интересное. Ну вот мы считаем, что вот мы неплохо знаем все-таки последнее время хурму. Вот посмотрите, какие косточки хурмы маленькие в сравнении с косточкой и с ядром самого манго. Ну а о качествах этой косточки я вам не буду рассказывать. Вы сами почитайте, если вас заинтересовал сам плод манго, его косточка и его ядро. Спасибо тем, кто прослушал ролик до конца. До новых встреч!